У нас в этом году было много разных собраний, пикники, вечера единства, конгрессы, но мы видим, что в Европе состояние все больше ухудшается, и мы видим, что в Израиле происходит. Как мы на этом вечере можем действительно соединить все искры, как вот мы изучали? Мы обязаны это сделать также для того, чтобы исправить состояние в Израиле, потому что, прежде всего, состояние, которое у нас здесь, определяет все, что происходит по всему миру. С другой стороны, нам необходимо понять, что здесь, в Израиле, мы зависим от всего мира, и поэтому мир потихоньку скатывается, а у нас это произойдет просто одним ударом, одновременно. Поэтому нам не нужно быть в каких-то розовых облаках, что с нами это не произойдет, или же неизвестно, когда это произойдет. Это произойдет одновременно и очень глубоко, и поэтому нам необходимо позаботиться о том, как мы себя поддержим, усилим, найдем решение для себя и для всего мира, и этим мы исправим кризис. Ну, поговорим об этом. А пока что будем надеяться, что с Божьей помощью сегодня вечером мы сможем объединиться и достичь того состояния, с которого уже мы и весь мир будут подниматься только ввысь.